Инвалидные коляски, вездеходы, модная, функциональная и ортопедическая одежда – это далеко не все, что придумали новосибирцы, чтобы улучшить жизнь маломобильных людей. Еще больше идей представят на ярмарке форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей» в конце августа. Наш корреспондент Вероника Иванова уже познакомилась с некоторыми разработками. А вот резиденты бизнес-инкубатора как раз сами столкнулись с проблемой. Есть маломобильные родственники и друзья. Поэтому 5 лет разрабатывали коляску, которой лестница не помеха благодаря гусеничному механизму. Заходит на ступеньки или поднимается, спускается. И угол всегда, пассажиров всегда один, комфортный. Аппарат следит за центром тяжести и не дает перевернуться. Наша коляска, она разработана именно для российских реалий, то есть где ступени могут быть разной высоты, могут быть крутые, могут быть сколоты. То есть наша коляска может преодолевать все эти ступени. Чтобы человек мог спуститься самостоятельно с 5-го этажа, погулять, заехать в магазин без пандуса. Путь на 5-й этаж займет не больше 15 минут. Стоит коляска 400 тысяч. Но европейские аналоги вообще 1,5 миллиона рублей. Заказывают такой транспорт со всей России, даже из-за рубежа. Сейчас предприниматели планируют запустить серийное производство. Вероника Иванова, Роман Семенов, Новосибирские новости. Новосибирск – город безграничных возможностей. Общегородской форум. С 22 по 29 августа.